Друзья мои, где вы еще увидите такую шикарную картину? Где вы увидите такой замечательный закат? Так, с этого момента до этого момента, Юрик, это тебе. И дорога, уходящая вниз. Там, кстати, я смотрю воду. Смотрите, здесь уже нет ограждений, все уже без ограждений. Посмотрите, как красиво и как шикарно. Друзья, здесь не так глубоко на самом деле. Посмотрите, дно видно, во всяком случае, я дно вижу. Скорее всего, что вы его не увидите, просто потому что камера не передает. Но я так думаю, что метров 5-7. Здесь не нужно говорить о дне, здесь нужно стоять в этом месте и наблюдать за этой красотой. И не мешать никому из рыбаков. Что-то ловится, не? Это была... Нет, ничего не ловится. Темно уже, не видно. Ага. Красота. Ладно. Еще как-то надо.